это видео будет о странных, загадочных известняковых таких диски, как колонны, не знаю, как это даже назвать, диски в Макеевке Донецкой области, сейчас временно оккупированной Россией. Значит, официальная версия ничего об этом не говорит, местное население тоже толком не знает, что это такое. Скорее всего, я немножко исследовал эту тему, и скорее всего, что если бы это было что-то действительно древнее, то там бы все еще с советских времен носились вокруг этих колонн. Раз реакции местных археологов и местного исторического, краеведческого музея и прочего нет еще с советского времени, то есть, скорее всего, что колонны, я думаю, датированы 18-19, начало 20 века. Дело в том, что там в Макеевке обнаружили железо, залежи железа, не именно там, но в тех местах поставили сталеплавильные заводы там и прочее. И уголь также, залежи угля там и прочее. И скорее всего, что я думаю, что вот эти вот колонны можно датировать конец 19-го, начало 20 века. Примерно плюс-минус там. Возможно, все-таки конец 19 века. Туда прибыли английские первые. Я вот, честно сказать, по памяти говорю, я по памяти не помню. По-моему, там то ли Рокфеллер, то ли Ротшильд прибыли туда, и там начали строить заводы, и скорее всего, что вот эти вот загадочные колонны датированы вот этим временем. Еще одна версия, которая менее вероятна, но тоже возможна. Еще там с момента захвата этих земель тоже туда прибыли там местные какие-то там, как они называются, паны российские, и начали там первые там усадьбы строить. И чисто гипотетически еще можно сказать, что это какие-то там украшения для усадьб, но маловероятно. Я думаю, что все же тоже маловероятно. Я толком не могу понять, что это такое, для чего оно. Но возможно, какие-то, может, формы какие-то для литья, черт его знает. Более подробно, видео коротенькое, смотрите в этом видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Еще хочу сказать, что вот именно это место, оно малоизвестно. Нигде в интернете вы в нем ничего не найдете об этих колоннах. Сам пытался найти и нигде ничего не нашел. Официальная версия об этом фактически ничего не говорит. По косвенным признакам можно подумать, что это все-таки как-то связано с литьем. И, возможно, это делали какие-то формы, заготовки, формы для литья. Возможно, но не факт. И все это было еще до советской власти, еще при царском режиме, при первых освоениях этих земель. Еще раз спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thanks for everyone who helped for channel in year 2024. Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thanks for everyone people who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.